Известный ульяновский тренер Александр Тазеев дает старт очередному боксерскому поединку, который проходит в рамках фестиваля «Олимпийское единство России и Китая». Первого подобного не только в нашем регионе, но и во всей России. Среди его почетных гостей президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Спортивного чиновника такого ранга Ульяновская область также принимает впервые. Спортивные единоборства воспитывают очень сильных, крепких духом, телом людей, которые способны быть настоящими гражданами своей родины. Я думаю, это не только для спорта мероприятия, но и, наверное, больше для социальных мероприятий, больше для будущего, для тех детей, которые должны жить в мире, но быть способными защищать свою родину. 5 видов единоборств – дзюдо, вольная и греко-римская борьба, тэквондо и бокс – в числе опорных в Ульяновской области. На спортивной площадке комплекса «Новое поколение» они объединились не только визуально, но и документально. Торжественная церемония открытия венчает подписание договора о сотрудничестве между ульяновскими единоборцами. Мы своеобразную клятву верности приняли, что мы будем вместе проводить подобные соревнования, мы будем друг другу помогать, мы будем приходить друг к другу. А это будет такое борцовское братство. И мы даже придумали аббревиатуру КУБ – Конфедерация Ульяновских Бойцов. А на 5 спортивных площадках тем временем жаркие схватки, бои и поединки. Более 200 спортсменов из десятка российских регионов и 50 спортсменов из Китая борются за кубки и медали из симперцита. Явного лидера нет. В греко-римской борьбе сильнее всех ульяновцы. В дзюдоистском финале самарцы и нижегородцы. Гости из Китая берут серебро в тэквондо и вольной борьбе. Фестиваль очень интересный. Для нашего развития спорта в нашем регионе, я думаю, если они будут продолжаться, то будут большие победы у нас скоро. Именно с прицелом на большие победы и задумали фестиваль «Олимпийское единство России и Китая». Его продолжение уже в планах регионального олимпийского совета и областного Минспорта. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.